Кто такие? Капитан Маршерет и я, Смит, его поручик, бьем вам челом. А вас мы слыхали. Воины вы великие. Что же вам нужно? Мы можем служить вам за добрую плату и выгонять польских людей из вашего государства. Ишь ты! А откуда вы пришли? Мы служили полякам. За что же вы нас так полюбили? За поляков, впрочем. У поляков плохая еда. Зато денег много. И деньги дают мне честно. Слышь, Федор Никитич, поляки наше золото шведам не дают. Нас дожидаются. Да, по всему видать. Воины вы удалые. И даром сил тратить не любите. А велико ли у вас войско? Мы имеем 2 батальона добрых шведских солдат. И также мы имеем 20 начальников, тоже добрых. Сила большая, но куда девать вас, не знаю. Народу у нас много. И черемисы, и татары, и чуваши, и мордовцы, все с нами. На шведов-то, пожалуй, каши не хватит. Так что, Федор Никитич? Не хватит, Дмитрий Николаевич. Но, коли не хватит, моих обижать не будет. Пойди сюда. Не вы, не ваши люди нам не надо. Вы и Москву жгли, наших людей рубили. Нам с вами в одном строю быть не гораздо. Оборонимся от польских людей сами. Понял? Вели будки играть.